Мобильный репортер стал очевидцем необычной и довольно рискованной переправы. Река Ниармаяха в Ямало-Ненецком автономном округе снесла насыпную дамбу. Пути на другой берег нет, но вахтовики очень хотят попасть домой. Пусть и в ковше экскаватора. Спонсор рубрики – магазин «Мастерок». МТК «Видео» принимает сюжеты от жителей города и области. Присылайте ваши работы на номер 8-914-859-9060. За ролик, вышедший в эфир, автор получит 100 рублей на счет телефона.